приказ верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Ура! Ура! Սիրելի վետերաններ, հարգարժան շիկերտի մասնակիցներ, թույլ տվեք Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շնորհավորական ուղերձը ներկայացնել տուրը։ Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые жители города и гости, от имени мэрии Совета старейшин города и от себя лично поздравляю вас с 65-летием победы Великой Отечественной войны. 65 победных лет отделяет нас от мая 45-го. Но сколько бы ни прошло, наша память вновь будет возвращаться в то героическое время, когда наш народ мужественно боролся за свободу и независимость. Отстоял ее в битве с фашизмом. Для всех нас 9 мая – особенный день. Он наполняет сердце гордостью, дарит ощущение радости. В годы войны линия фронта проходила далеко от нас. Но ленинаканцы мужественно встали на защиту Родины. На фронтах сражалось свыше 6 тысяч жителей нашего города. Многие уходили добровольцами. С полей сражений не вернулось около 3000 человек. В жестоких боях с фашистскими захватчиками гюмрийцы проявили мужество и отвагу. Звание Героя Советского Союза было присвоено 4 жителям нашего города. В 1945-м одним из первых ворвался в Берлин знаменитая Таманская дивизия, которая сформировалась в нашем городе под командованием полковника Василяна, прах которого покоится в нашем городском парке. Сегодня с нами празднуют 65-летие победы наши доблестные ветераны. Их 183 человека. Они постоянно находятся в центре внимания городских структур. Вот уже 5-й год им, а также семьям погибших в освободительной войне Арцаха предоставляются билеты бесплатного пользования городским транспортом. Все праздничные дни и знаменательные даты отмечаются участием дорогих ветеранов, где оказывается материальная, финансовая поддержка и помощь по всем вопросам. Празднику ветеранам Великой Отечественной войны, участникам, а также семьям погибших в освободительной войне Арцаха выплачено из городского бюджета 8 600 000 граммов. Этот день боль, утрата и слезы радости наполняют наши сердца, и это объединяет нас, делает духовно близким. Для каждого из нас, вы, дорогие ветераны, будете примером истинного патриотизма, мужества, честности и принципиальности. Годы Великой Отечественной войны героически проявили себя труженики тыла. Промышленные предприятия города были срочно переориентированы на производство оборонной продукции. Вся продукция предназначалась только для фронта.
Огромную работу по перевозке грузов проделали работники славного железнодорожного депо. Вечная слава и память всем, кто сложил голову в сражение за победу. И эту память завещаем своим детям и внукам, как самое дорогое наследство. Уважаемые ветераны, нам нужны ваши советы и мудрость. Мы черпаем из опыта поколения победителей силы и энергию. Учимся мужеству и умению находить правильное решение. Живите долго. Пусть каждый новый день приносит вам только радость и счастье. Мира и светлых дней вам и вашим семьям. Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Низкий поклон вам. Мэр города Гюмри Вартан Угасян. Друзья, дорогие ветераны, товарищи, сегодня 65 лет, как закончилась самая жестокая, самая кровопролитная война народа, которая принесла самые огромные страдания, прежде всего, советскому народу, всем людям, которые проживали на территории бывшего Советского Союза. Не Советский Союз начал эту войну. И сегодня попытки затоптать победу, присвоить ее совершенно другим лицам, мы, те, кто продолжаем дело славных ветеранов, обязаны не только защищать честь и достоинство победы, но рассказывать молодежи об истоках, о тех, кто начал эту войну и кто вышел из нее победителем. Великая победа в Великой Отечественной войне принесла свободу и независимость не только народам, которые выпистывали фашизм, но прежде всего людям Советского Союза. В братском строю русские, армяне, башкиры и татары, все народы, которые населяли огромную страну, стали на ее защиту. И вам, ветеранам, низкий поклон за то, что вы сумели отстоять эту свободу и независимость. Дорогие военнослужащие, продолжатели славных традиций наших ветеранов, крепко держите знамена, которые передали вам наши старшие товарищи. С праздником, с победой, дорогие друзья! Thank you.
врагам не спали лазги. Юру, ветераны! Дистанция в два линейных. Управление пограничников прямо. Остальные направо. Гуд! Равнение направо. Шагом!